Четыре года назад, по благословению святейшего патриарха Московского Сея Руси Кирилла, решением Священного Синода Русской Православной Церкви была учреждена Череповецкая Белозерская епархия. Сегодня, по традиции, в этот день мы отмечаем четырехлетие епархии. И несмотря на то, что можно сказать, что этот срок и этот возраст достаточно небольшой, епархия достаточно юная, но несмотря на это, епархия твердо стоит на своих ногах, она развивается, активно участвует в общественной жизни города Череповца. И вот сегодня для нас знаменательный день тем, что сюда, в кафедральный собор преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, были принесены великие общехристианские святыни, которые почитаются не только у нас на Руси православной, но почитаются и среди католиков, почитаются протестантами в Европе. Это копия Туринской плащаницы и икона Спасителя с частицей тернового венца. Чем примечательно это событие? Примечательно оно тем, что, например, к самой Туринской плащанице, к оригиналу, попасть на поклонение, чтобы помолиться перед этой святыней, достаточно затруднительно, потому что, во-первых, находится она в городе Турине, в Италии. Для многих наших горожан это представляет большое затруднение. И, кроме того, выставляется сама плащаница в определенные дни. То есть даже если вы окажетесь в Турине, попасть в собор, чтобы помолиться перед Туринской плащаницей, будет достаточно проблематично. Здесь в соборе представлена теперь копия Туринской плащаницы, выполненная специальным фотографом, который имеет доступ и разрешение священноначалия Римской церкви на эту деятельность. Копия выполнена один в один, то есть соблюдено буквально все, размер, соблюдены правила для, так скажем, копирования этой плащаницы. И теперь горожане, жители Череповца, жители нашей епархии, верующие люди, имеют возможность в любое удобное время посетить собор, чтобы помолиться перед этой святыней. Другой святыней, которая посетила на время наш кафедральный собор, это икона Спасителя с частицей тернового венца. Сам терновый венец находится в Париже и сейчас хранится в соборе Парижской Богоматери. Выставляется тоже достаточно редко, обычно в период Великого Поста. Выносится также в Великую Пятницу католиками на богослужение. И тоже для наших русских верующих людей, православных, достаточно проблематично к этой святыне попасть и приложиться, и помолиться. И вот здесь до воскресения вечера икона находится в соборе, все желающие, все верующие люди могут перед этой святыней помолиться. В воскресенье вечером, после вечернего богослужения, святыня отбывает. Но утешением для нас остается туринская копия Туринской плащаницы, которая навсегда, постоянно будет теперь храниться в нашем соборе. Такая же копия есть в Москве, в Сретенском монастыре. Ну и вот как бы три точки земного шара – это сам Турин, Москва и теперь еще Череповец, где такая возможность есть. Принесение этих святынь стало возможным благодаря участию и помощи и сотрудничеству нашему, нашей дружбе с Международным общественным благотворительным христианским фондом «Триумф сердца». Мы надеемся, что все люди, которые будут молиться перед этими святынями, приходить сюда, будут получать просимое и прославлять тем самым Господа, который непосредственно участвует в жизни человека и руководит его ко спасению.